что касается этикета, с этикетом тоже есть много интересных примеров. Но что нам нужно первое знать, это то, что вот эти правила, они международные. То есть любая корпорация, любой частный предприниматель, любой точки мира, если он этичен, он будет их соблюдать. А этикет же имеет некоторое различие. То есть мы знаем, что, допустим, этикет восточных стран отличается от западного этикета. И эти вопросы нужно знать, потому что, не зная вопросов этикета, мы можем случайно нарушить вопросы этики. И опять же получить удар по репутации. Сейчас хочу немножко сказать про имидж. Поскольку этикет все-таки составляющий имиджа, очень интересно, у меня есть один пример про молодого человека, который, скажем, молодого мужчину, который собирался в нашей стране быть политиком. Вот. Это еще было в те далекие времена, несколько лет назад, когда еще кто-то говорил о политике, что это может кому-то чем-то помочь, что есть такие возможности. История была в том, что это был очень образованный мужчина, у него там несколько высших образований, степень MBA, но ему надо было для своего продвижения занять пост чиновника, скажем так, на периферии. И вот он со всем своим приложением, со всеми своими банками, связями и так далее никак не мог пробиться. Несколько лет он туда стучал и, значит, какого результата не было. Когда мы с ним начали разбирать вопрос, все дело оказалось в том, что я для начала пишу его внешность. Высокий молодой человек, очень такой, знаете, даже модельный, я бы сказала, внешности, густые кудри каштановые, такие глаза огромные. Ну и, в общем, я так понимаю, что куда он приходил, а там же мы знаем, что чиновники у нас 80% женщин. Женщины, значит, попадали астрал, как говорится, вот. И никто его не воспринимал, собственно, как чиновник. Потому что все чиновники, ну, мы знаем, как, кто смотрел куда-нибудь из ОБТ, как они выглядят, да, то есть как они общаются, у них есть свои специфические, скажем так, черты. Что мы сделали? Мы для начала отстригли ему кудри. Сразу говорю, мы пошли к стилисту, она отказалась это делать, мы пошли в парикмахерскую «Восход». Там это сделали очень быстро. Все, что нам надо. Да. Нам пришлось выбросить всю его одежду, как выбросить условно, отложить в долгий ящик. Мы купили, это было дело весна ближе к лету, мы купили рубашку серую, с коротким рукавом, с кармашком. Нашего белорусского производства, ничего не имею против, но чтобы представляли качество ткани. И, значит, брюки мы покупали специально, у человека сердце кровью обливалось, потому что мы купили вот такие коротенькие, для того, чтобы видно было наши сандалии с носками. Ну, здесь он уже сам решил дополнить образ, что так должно быть. Значит, вся эта идея, мы видим, что начала работать, но что-то не так. А проблема в том, что внешность мы сделали, а над манерами не поработали. То есть он приходит, все хорошо его принимает за своего, но как только он открывает рот, да, что-то не то. И вот маются бедные люди, не знают, что вроде вот как бы уже все хорошо. Нам пришлось поставить походку. Я просила снять видео, это было очень забавно, как он снимал там людей, как они себя ведут, их жесты. Мы частично это все дело отрабатывали, копировали. Ну, в общем, потом за этим пошла речь. Я поняла, как работают с голосом. Мы взяли человека, он был готов вложиться в это дело, подняли голос на 2 октавы. Представляете, да? То есть низкий мужской голос поднять на 2 октавы. И вот когда вся вот эта вот, ну, скажем так, издевательство над личностью закончилось, через 2 месяца он получил тот пост, который ему нужен. Ну, слава богу, он там сделал все, что надо, и потом уехал, он сейчас в Польше работает, потому что хотел, а все отрастил обратно. Но суть не в этом. Суть в том, что банальное копирование, оно позволяет добиться цели. И если оно не банальное, если оно еще чем-то подкреплено, то цель можно добиться гораздо быстрее, гораздо эффективнее. И
если уже говорить об удовольствии и о целях саморазвития, то есть еще один момент, на который хотела обратить внимание. Мы повторяем каждый день что-нибудь на себя одеваем. Украшения, одежду, делаем прическу, красим волосы и так далее. Мы знаем, что, ну, из банальной физики, да, что цвет – это вибрация, что форма это имеет определенное воздействие психологическое, да. А теперь представьте, что только цвет, только форма, я уже не говорю там про камни и остальное, что мы это делаем всю нашу жизнь 24 часа в сутки совершенно бездумно. То есть мы одеваем, что придется, ну, не совсем уж прям то, что нам нравится, да, но мы не знаем, как это воздействует на нас. Мы это все делаем 24 часа в сутки всю жизнь. То есть мы это делаем хаотично, и результат мы получаем хаотично. Но представьте, что этим всем можно управлять. То есть это еще один инструмент, он не только для того, чтобы там, получить работу мечты или еще что-то. Это всего лишь один пример, который просто невозможно забыть, скажем так. Этим инструментом можно много чего добиться. И действительно можно хорошо сбалансировать. Цвет, ну, мы, наверное, слышали, да, цветотерапия, светотерапия, да. То есть вполне возможно, что если вы сегодня себя плохо чувствуете, вы одеваете зеленый свитер, вы одеваете, допустим, махеровый свитер, который воздействует на рецепторы. Темно-зеленый цвет снимает боль. И вот уже к обеду вы себя чувствуете лучше. Ну, это как один из примеров. Естественно, как правило, люди абсолютно на это не списывают. Ну, почувствовал лучше, почувствовал. Ну, потому что свитер мне можно сделать. Но если это воздействие происходит постоянно, изо дня в день, то и результаты действительно большие, действительно грандиозные. По поводу изменения внешности. Нам дана природа определенная внешность, определенная комбинация черт, определенное движение, которое для нас характерно, естественно, это нам дано для какой-то функции. Мы с таким набором можем выполнять определенные функции, ну, если уж говорить про биологию. И когда мы меняем, мы либо блокируем эти функции, либо мы дополнительно еще приобретаем какие-то возможности. То есть мы можем выполнять еще какие-то функции. Самый простой пример – цвет волос, например. Опять же, банально, многие с этого смеются, но для того, чтобы выйти замуж, девушке нужно покраситься в блонд. Есть такой, не знаю, как это сказать, ну, поверье, что ли, да, среди женщин. Оно, естественно, имеет научное обоснование и, естественно, оно работает. Я не говорю, что каждая блондинка тоже выйдет замуж или каждая будет перекрасить. Если у девушки есть цель, например, ну такая вот цель, для нее важная, то вот это и еще, допустим, 10 каких-то факторов, которые она может поменять легко, помогут ей, скажем, продвинут ее еще на 20-30%, или вот как в случае нашего политика на все 100% к той цели, которая нужна. И главное, правильно выбирать этот инструмент и понимать, что это не какой-то, как это сказать, не что-то придуманное, да, либо надуманное, но все имеет под собой определенные причины. То есть если мы говорим про светлый цвет волос, то светлый цвет волос говорит о высокой концентрации женских гормонов, что, соответственно, привлекает мужчин как самцов. Да? То есть это все вопросы подсознания, вопросы инстинкта. Если мы знаем, как они работают, как их на себя заставить работать, то мы получаем тот результат, который нам нужен. И имидж, он, естественно, не только вопрос внешности, как я говорила, это вопросы этикета, это вопросы нашего движения, нашего поведения. И все это в комплексе. И здесь есть одна маленькая проблема. Когда мы эту информацию где-то ищем, ее, как правило, разбивают на блоки. То есть вот это вот надо только для внешности, вот это вот нужно только для того, чтобы себя знать, как себя держать. Вот это только для переговоров. Если мы не будем знать азов хотя бы в одной из, не будем знать азов каждой части из этого общего,
имиджа, да, мы не получим нужный результат. Мы получим вместо, допустим, если мы не каждой части, допустим, мы изучаем каждую часть, допустим, вопрос переговоров, бизнес-переговоров. Если мы берем вот эту часть, мы не берем, допустим, внешний имидж, не берем этику, наша продуктивность из этого сектора составит всего 30%. Если мы знаем хотя бы по 10% из каждого сектора, то потеря составит всего 5%. Это работает примерно так, это работает не только в имидже, это работает в принципе в любой системе. Если есть основные части системы, то процентов это работает именно так. Почему я дальше говорю, что нужна определенная база, да, для того, чтобы осваивать какие-то другие техники. Именно за этим. Потому что потеря треть, мы себе такого не можем позволить. Да, и так информация ценна.